Дорогой друг, вот хотел я сделать луночку для посадки рассады, а не тут-то было. Вот эта мульча, вот, она не создает условий для почвы. Ну, то есть она ее не притеняет так, как вот, вот этот слой мульчи. А к тому же весь... Вернее, сидират, ну вот что рожь здесь росла, она, естественно, потребляла влагу. И почва в этой делянке получается, ну, сухой почти. Лунку здесь сделать в данный момент, вот сейчас, не представляется возможным. Вот. Смотрите, в отличие как... Вот здесь, если я буду лунку делать. То есть под обычной мульчей. Сейчас, минуточку, я вот сюда лишнюю почву. Смотрите, видите, как заходит. Абсолютно без проблем. Давайте попробуем вот сюда. Нет. Это не дерн виноват. Дерн, хотя здесь тоже хороший. Но почва коляная. Нет, не идет он. Не идет. Я жать не буду, потому что я сломаю сейчас его. И я принял решение. Сейчас я вот эту деляночку из пада ржи. Ну, одну-две леечки вылью, и только потом начну делать лунки, мульчировать и сажать рассаду. То есть это еще один минус.